Самый главный полезный предмет вообще, это и является предмет смысла жизни. Потому что у нас ни дети, ни взрослые на вопрос о том, каков твой смысл жизни, не знают, что отвечать. Мы можем даже проэкспериментировать. Я могу спросить у вашего оператора, в чем его смысл жизни. Или у меня. Да. И он не сможет мне ответить. Потому что он даже не знает, какие могут быть смыслы. На меня на эту мысль наткнула смерть Бориса Абрамовича, который вот жил, страдал, работал, боролся, копил, покупал. В результате его удавили. Это о чем говорит? Что он потерял смысл жизни. Он делал что-то не так. Если жизнь кончается... Он самый известный человек, а люди стремятся к известности. Он один из самых богатых, да, это так. Он вполне еще мог бы пожить лет 20, насильственная смерть, полный крах. Значит, неправильное целеполагание. Значит, этому надо учить детей, чтобы они не повторяли.